Юго-западный называют теперь самым красивым районом Свердловска. 250 000 человек справились здесь новоселье за последние 5 лет. Такое стало возможным благодаря современной технологии градостроительства, испытанной в районе застройки свердловских черемушек. Здесь и было положено начало эксперименту, который получил емкое и точное название – «Дом на потоке». Иными словами, дом, который сооружается по принципу сборочного конвейера автомобильного завода, где очередность всех операций тщательно спланирована, рассчитана во времени, ориентирована на высокий уровень специализации рабочих. Посмотрите, как, не теряя времени на разгрузку, автомобилисты доставляют на площадку строительной конструкции. Отказ от складирования панелей не только освободил монтажников от несвойственных им обязанностей, но позволил вести сборку очередного дома буквально с колес. В этом им помогает и новая оснастка, которая в считанные секунды закрепляет стенку на расчетном месте. 2,5 дня этаж. Таков темп работ, заданный комплексной бригаде, руководит которой Валентин Маркович Сыщенко. За это время строители должны не только смонтировать очередной этаж здания, но и подготовить к приходу маляров квартиры предыдущего этажа, возведенного накануне. Такой метод, кроме того, что он позволяет нам сократить продолжительность строительства дома на целый месяц, дает рост производительности труда почти на 10%. Ну и как результат высвобождает около 20 человек, специалистов различных профессий. Ну, сами понимаете, за этим методом большое будущее. И уже во втором полугодии мы планируем перевод постепенный всех наших потоков на метод работы бригады Сыщенко.